С начала года в беззаявительном порядке, то есть без обращения в клиентскую службу и предоставления документов, назначено 9520 пенсий по инвалидности. Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается на основе данных о признании гражданина инвалидом, полученных в электронном виде от органов медико-социальной экспертизы. Эти сведения рассматриваются в течение 5 рабочих дней, после чего гражданин получает уведомление о назначении пенсии по инвалидности в своем личном кабинете на портале госуслуг или по почте. Если гражданин ранее не получал выплат от отделения социального фонда по Дагестану, ему нужно выбрать способ доставки пенсии. Заявление можно подать дистанционно через портал госуслуг или лично в клиентской службе отделения СФР по Дагестану или МФЦ. Гражданам, у которых была установлена инвалидность и которые уже получали пенсию, например, по старости, автоматически предоставляется ежемесячная денежная выплата, размер которой зависит от группы инвалидности, а также набор социальных услуг.